Алексей, да. А можно в гамакес? В гамакес? Обязательно. Давайте я спою с ее потом. Хорошо. Чуть-чуть попозже, да, потому что она сейчас немножко еще рановато. Да, надо не забыть. Так, что-то я неправильно тут надел. Хорошо. В гамакес. А сейчас чего-нибудь такое. А, невозможно. Не усидю. Не усидю. В этот мелкий серый дождь, в эту мерзкую погоду очень хочется забраться, а на какой-нибудь чердак и лежать, смотреть в окошко на струящуюся воду и мечтать, как было бы славно, если было все не так. И нелепой жизни, сочиняя оправдания, поливать себя презреньем, но не очень, а любя, размышлять по ходу дела о проблемах мироздания и жалеть по всей программе и непутевого себя, и непутевого себя, бестолкового, не способного включать автостоп. И как опыт показал, вероломству этих женских особ. Но к концу подходит время, отведенное на слезы, и несчастные любови исчезают, словно дым. Просто завтра будет солнце, и уйдут на запад грозы, и я вновь, как конь фанерный, поскочу дых-дых-дых-дых. Так что если есть потребность утопиться, удушиться, этот мелкий серый дождик просто Божья благодать. Ведь в хорошую погоду на такое не решиться, и уж вовсе невозможно полноценно оправдать и непутевого себя, бестолкового, а не способного включить на стоп. Не готова к вероломству этих женских особ, а не путевого себя, бестолкового, вечно полного бредов. И как опыт показал, не готова к легкомысленности женских людей, к легкомысленности женских людей.